Такого ажиотажа организаторы акции, видимо, не ожидали. За использованную и, казалось бы, никому не нужную бумагу получить маленькие сосны пришли сотни человек. За каждый килограмм вручается по 10 саженцев. Вот только чтобы они прижились, надо следовать инструкции. Нужно садить через каждые 40 сантиметров. Желательно садить в такую холодную, дождливую погоду, потому что в жару садить сосна мало приживается. Желательно первый месяц поливать ее хотя бы через день, если в жаркую погоду. С холодом погоды через 2 дня. Вот чем больше будете поливать и увлажнять, тем лучше она у вас приживется. Игорь и Елена принесли сразу 10 килограммов макулатуры. Говорят, все это пылилось на полке, а теперь принесет немалую пользу. 100 саженцев, а именно столько они получили за свой вклад, пара высадит возле работы. И все-таки, наверное, нужно популяризировать такие вещи, как сдача макулатуры, любого другого вторсырья и озеленение города. Потому что если мы это не сделаем, ну, за нас никто другой уже не сделает это. Раздавать сеянцы просто без причины было бы неинтересно, считают организаторы. И добавляют, так они делают сразу 2 хороших дела. Не губят молодые деревья и высаживают новые. Чем больше будет сдаваться макулатуры на переработку, тем меньше нужно будет новой древесины для производства бумаги как раз. Поэтому как раз эта акция имеет как раз больше экологический эффект такой, да, для того, что люди сами участвуют, сами понимают, и сами потом выращивают деревья, участвуют в благоустройстве, как бы, да, такой как раз круговорот с участием всех наших граждан. Будущие деревья, несомненно, станут дополнительным источником кислорода. Вот только с количеством саженцев организаторы прогадали. В следующий раз решили брать больше, чем 10 тысяч. Как мы уже видим, по первым минутам нашей акции, я боюсь, что саженцев может даже не хватить, потому что желающих принять участие в этом замечательном деле очень много. Принять участие в озеленении города решила и наша редакция. Собрали черновики и идем за заветными саженцами. Здравствуйте. Все эти кипы бумаг, журналов и газет отдадут на переработку, а на вырученные деньги планируется сделать подарок для публичной библиотеки. За сданную макулатуру мы получили 2 юных саженца сосны. Совсем скоро мы высадим их возле нашего телеканала. А публичная библиотека благодаря сегодняшней акции украсит свою территорию новой клумбой в виде книги. Анна Кучина, Владимир Котегов, СТС Челябинск.